Религиозная полиция Саудовской Аравии задержала колумбийского футболиста Хуана Пабло Пина и его жену в торговом центре за то, что на игроке была надета рубашка без рукавов. Колумбиец, который выступает за клуб Аль-Наср, совершает покупки в одном из торговых комплексов Эр-Рияда вместе с беременной супругой. Сотрудники религиозной полиции заставили его и его жену сесть в машину и дождались представителей Аль-Насра, которые урегулировали конфликт. После инцидента, который произошел в пятницу, жена Пина потребовала от полузащитника покинуть страну. Клуб попросил главного тренера и его супругу убедить жену Пина изменить мнение. Однако эти попытки оказались безуспешными. Полузащитник, права на которого принадлежат турецкому Галатасараю, играет за Аль-Наср с лета нынешнего года. До 2010 года 24-летний Хавбек несколько сезонов провел в Монако.